Отремонтируют впервые. Речь идет о межквартальных проездах в Сургуте, которые прежде считались бесхозными. В итоге стали не только неудобными, но и небезопасными. Сейчас город наводит порядок на таких участках. Сначала, правда, требуется процедура межевания. Сюжет Лианы Кемовой. На небольшой скорости, чтобы не задеть ходовую часть машины. На этом участке легковой транспорт активно передвигается только зимой. Но уже через пару недель проезд будет напоминать трассу для внедорожников. Сейчас не видно всей трагедии. Вся трагедия будет летом. Если только проехать, только зимой, когда снега наметет. Летом как бы только на джипе проехать, на пузатерке не проехать. Это мало беда вот с этой стороны, такая же беда с той стороны. То есть во двор с двух сторон заезжать невозможно. Это страх Божий. Здесь такие ямы, это еще снегом более-менее выровнено. А здесь прямо вот так вот, вот их штуки 4 или 5, и никому не нужна эта дорога. Скорая, да не дай бог вообще что-нибудь. Даже пожарная к школе не подъедет по этой дороге, понимаете? Проезд небольшой, но важный. Он соединяет несколько домов и школу. Это один из тех участков, который считался бесхозным, поэтому здесь никогда не проводили ремонт. Предстоящим летом впервые дорогу приведут в надлежащий вид. После межевания у нее появился хозяин – муниципалитет. Всего в городе запланировано отремонтировать 6 таких проездов. Данные проезды до этого времени содержались в дорожными службами как бесхозяйными, и то не все, только в зимний период. Вот в этом году они были перейдут в муниципальную собственность, и в летний период на них будет выполнен ремонт. Данные 6 проездов определены по итогам ранжирования проездов, требующих ремонтов. По результатам межевания в Сургуте на сегодня появилось 60 участков, которые раньше считались бесхозными. На обновление всех денег в этом году не хватит, только на 10-ю часть. В среднем на один проезд потребуется около 8 миллионов рублей. Где-то нужно новое асфальтовое покрытие, а где-то косметический ремонт. Это какие-то, ну, скажем так, косметического, какие-то более глубокого с переустройством и с устройством, там, может быть, каких-то тротуаров вдоль. Здесь уже конкретно будут специалисты выезжать, смотреть, оценивать, осмечивать. И дальше в плане у нас их все отремонтировать, привести в нормативное состояние, чтобы люди, и жители города, и гости города могли ими пользоваться. И чтобы они у них не вызывали негативных эмоций, скажем так. Процедура межевания продолжается. И, скорее всего, муниципалитет получит в собственность еще несколько десятков проездов. Лиана Киям, Ворошит Латыпов, Вести Югория, Сургут.